never gonna die. I just wanted you to Всем добрый вечер, и мы приехали в My Baby. Да нет. Вон там еще машина дергается, вот полицейская, она едет вперед. И там есть преступники, там есть золото и машины. Рами, ты мне... И пистолет. Прикольно. Привет, динозавр. Даниэль, смотри. А этот не дергается? Или он тоже дергался, не? Эта игра новая, это такое, как игра пианино, есть в телефоне, нажимаешь. Кстати, это новая здесь тоже, прикольненькая игра. Надо поиграть. Вау. Наверное, ну где-то месяц, и уже столько много всего разного и нового. Ну потому что надо, у тебя 4, ты должен нажимать, это же не телефон, не забывай, это пианино. Я молодец. Я хочу поиграть, можно? Ладно, что у тебя такое белое? Ну, что? Не дают мне поиграть во что я хочу. Вон он пришел, все. Даниэльчика хочет кататься на этих машинках. А Рами с папой пошли на зомби, стрелять в зомби. Вот в ту игру. Сьерра, thank you.
Даниэль дядю задавит. Поехал Даниэль. Аккуратно. Мальчик решил, который здесь работает, покататься с Даниэлечкой, чтобы не было ему так скучно, то он тут сам катается, так он решил с ним покататься. Спасибо тебе, пацанчик. Все, так мало. Давай посмотрим, на каком месте у нас Рами и папа. А, ну в принципе, папе здесь не с кем соревноваться, сплошные девушки. Конечно, он на первом месте, естественно. Рамсюся на третьем месте. Вот они. Здесь такой экран есть, и можно за ними наблюдать, кто на каком месте. Мои хотят пойти на очередные страшилки. Пошли смотреть. Попугайчики красивые. К ними можно фотографироваться. Что самое интересное, что они никуда не улетают, а сидят каждый на своем месте. Я тебя снимаю, да? Интересно, никуда не улетают, то есть они знают свое место. А мои пошли на поезд. Катаются на поезде. Привет, деревце! Поднимаются. И вниз! Рами! Такие мини-горочки. Ну, тоже прикольно.